Так, шестая серия Москва-Кемерово. Продолжаем движение. Так, я пока почитаю сообщение. Значит, пользователь 1142 Вадим написал: «Мое мнение, что на этом канале можно и в три раза ускорять. Кто хочет в реальном времени, пусть на втором канале смотрит. Не у всех людей столько времени, столько много времени смотреть в реальном или в два раза ускоренном режиме». Значит, я полностью присоединяюсь к этому мнению, поддерживаю его и согласен, что этот аккаунт я создавал специально для информации автотуристов, автопутешественников и тех, кто собирается в дальнюю поездку, то есть в ускоренном виде просмотреть состояние дорожного полотна, инфраструктуру, ну и вообще ознакомиться с трассой для тех, кто едет в этом направлении впервые. Разница ускоренная в два раза и без ускорения практически не отличается, но с небольшим. Поэтому для быстроты, для оперативности далее ускорять буду в три раза. А на втором аккаунте, чтобы полюбоваться природой, чтобы... Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90. Чтобы посмотреть красоту природы, значит, будет без ускорения, ну, как я объявлял раньше. Просто видовой такой фильм. Видовой, звуковой, оригинальный документальный фильм с реальным звуком, с реальными сопровождениями. Ну, в общем, где-то так. Я думаю, нужно выполнять первоначально назначение этого канала, именно информировать о техническом состоянии маршрута. То есть выбрать место для привала, для ночевки и так далее. Может быть, даже ускорение будет в 4 раза для оперативности, для скорости. Ну, а видовой фильм, значит, смотреть уже на втором аккаунте. Но чуть-чуть попозже. Ну, движение в основном проходит спокойно, без особых... Ну, конечно, будут впереди и остановки, ремонт дороги. Но это уже ближе, как говорится, к теме, к месту события.
Ну, полотно дороги вот на данном участке, ну, скажем так, между тройкой и четверкой наблюдается легкая колейность. Обочина грунтовая, не очень широкая. Ну, радует то, что есть участки для обгона. Для опережения медленно идущего транспорта. Видео ускоренное в два раза, ни туда, ни сюда, и не видовой фильм, и не очень удобный для ознакомления с трассой, с инфраструктурой. Поэтому буду стараться как можно быстрее разместить все серии, чтобы те, кто отправляется в поездку, имели возможность как-то спланировать свое движение. Интенсивность движения разная. Но это еще связано с тем, что на участках, где идет ремонт, движение регулирует светофор. То есть он небольшими порциями пропускает в одну или в другую сторону. О чем-то говорят дальнобойщики. Ограничение 60. Очень хорошо. Ну, дорога под контролем, под наблюдением. Об этом свидетельствует и радар-детектор. Да и сам Датакам предупреждает об этом. Ограничение 60. Вот пытаюсь рассмотреть, вот дальнобойщики ругаются. Да, и возникают иногда конфликты на трассе, ругаются в основном между собой, кто-то или не пропустил, или ну, создал какую-то помеху. Ну, это выражение, выяснение отношений вот в такой своеобразной форме. Ну, движение без проблем, без каких-то особенностей. Двигаться можно без проблем, но учитывая то, что вот на трассе
идет ремонт и возникают небольшие пробочки. Но этот диалог далеко происходит, связь неустойчивая. Это не ближе 3-5 километров. Стараюсь держать дистанцию побольше от впереди идущего, чтобы можно было как-то рассмотреть дорогу вот по краям, по обочинам, перспективу какую-то увидеть. Я думаю, более живописнее будет на перевале Уральские горы. Там, конечно, во время движения, увидев какие-то интересные... Увидев какие-то интересные моменты, поворачивал камеру в ту сторону. Крепление позволяет датакам поворачивать под углом 90 градусов. Вот так фиксированное положение. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Но в принципе можно держать под любым углом, что и было вот продемонстрировано, когда вот повернул камеру вправо, там было ДТП, надеюсь, вы это заметили. Вот но видео может не совпадать. И вот постоянная проблема у меня вот с креплением, с питанием. Приходится останавливаться. Много времени потерял вот на вот эти короткие остановки. Крепления хорошего не было для... Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Для навигатора. Постоянно падал. Ну, в общем, допадался. Короче, его отремонтирую и буду таскать с собой как резерв. А в основном, наверное, буду использовать смартфон или планшет. Вот это навигационную систему Maps.me. Я ее тестировал, по-моему, в том году. В Сургут ехал, уже не помню. Вот, она мне очень понравилась. Ну, а тут писк постоянно идет. Я имею в виду писк радар-детектора. То есть нужно соблюдать скоростной режим, двигаясь по этому участку, соблюдать скоростной режим. Кстати, можете обратить внимание, что с заправками этот участок не избалован.
Место не очень оживленное. Я имею в виду, населенных пунктов не очень много. Не наблюдается особой придорожной торговли. Обычно местные жители продают на трассе дары леса, собственного производства, соленья, варенье, сушеные. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Свежие овощи, фрукты. Но сейчас это не наблюдается этого. Эфир тоже особо. Ограничение 70. Не очень радует, скажем так, разговорами дальнобойщиков. Кто это едет? Ну, кто это? Ну, я не знаю. Это фуры едут. Фура. Конечно, фуры. Еще фуры поехала, еще фуры поехала. Много? Еще фуры. Сколько фуры много поехали. Их? Как много машин. Как много машин. Да, да? Много машин, да. Ты спать пойдешь сегодня? Ну, да. Пойду. И да, гадай. Что у меня? Киндер-сюрприз. Та-дам! Молодец. Та-дам! Так, почитаю сообщение. Впереди город. Ограничение 60. Почитаю сообщение. Сергей Зоркий написал. Меня и в два раза вполне устраивает. В три считаю уже быстро. Так, ошибочка в начале ролика. Третья серия названа второй. Ну, возможно. Да. Возможно, да. Там. Потому что начинаешь путаться уже в этих сериях. Ну, в общем, вопрос, наверное, закроем на этом аккаунте. В три раза на втором аккаунте будет в реальном времени. На втором аккаунте в реальном времени.
Во-первых, и мне так удобней, быстрее можно обрабатывать, размещать ускоренное видео и в 3 раза, и гораздо проще будет без ускорения. Тему закроем. Так, Спартак чемпион написал. Так, ну 80 что-то. Спартак чемпион писал. Ну 80 что-то совсем маловато по трассе. Хотя бы соточку надо держать. Господи. Впереди город. Значит, 60. Значит, ответ будет такой. Я выбираю наиболее экономичный режим движения. Самый экономичный — это 80. Второе. Автомобиль не мой, чужой, поэтому вот такое вот, я считаю, это бережное отношение к перегоняемому автомобилю. Камера в спину. Ограничение 60. Так, и третье, это, ну вот как можете наблюдать, постоянно предупреждает видеорегистратор о том, что дорога находится под контролем видеокамер. Если хотите нахватать штрафов, ну, значит, можно и сотку, и больше. Есть участки, где я двигаюсь со скоростью и 100 км в час. Может, немножко побольше. Но в основном я стараюсь придерживаться правил дорожного движения. В общем, 3 фактора, которые я назвал, это вот определяющие. Не по порядку, а вот те факторы, которые играют основную роль. Это экономичность режима движения, соблюдение правил дорожного движения и чужой автомобиль, поэтому дабы и на своем тоже гнать не стало. Тем более, что даст, например, движение со скоростью 100 км в час? Это что, я быстрее приеду, что ли? Да нет, конечно. Средняя скорость по трассе получается порядка 60-70 км в час. Но с учетом этих пробок, кратковременных остановок, там, заездов на заправку. Ну, в реальном видео с оригинальным звуком я об этом неоднократно говорил, о скоростном режиме, о правилах дорожного движения. Да, надо будет, наверное, регулировать громкость радиостанции, чтобы и не было слышно во время движения.
Ну, основная цель видео показать дорогу, показать трассу. Не знаю, кто будет заниматься такой же фигней, что и я, снимать полное видео о трассах. Ты вот двигаешься, например, 10 часов, потом 5-6 часов на привале заниматься переброской видео на внешний жесткий диск. Может быть, со временем будут карты памяти, например, поставив на видеорегистратор карту памяти, например, объемом. Впереди мобильный пост ТПС. Ограничение 90. Например, объемом, ну, 2 или 3 терабайта. Вот тогда можно. Можно будет вести полную запись. Но когда такие карты появятся, я не знаю. Ну и потом я обгоняю автомобили, преследую основную цель. Это показать перспективу картинки, перспективу видео. Не просто тупо снимать задний борт выше груза, а вот именно что. Ну, пытаюсь как бы одним выстрелом двух зайцев убить. И видео снять так, чтобы было интересно смотреть. И автомобиль перегнать. Конечно, появляется желание вдавить. Чувашская республика. Вдавить педаль газа. Но это я вот прочитала объявление, что впереди камера. Ограничение 90. Въехали в Чувашию. Вот, пожалуйста. Ну и потом имейте в виду, что под обстрелом находится в основном крайне левая полоса. Все видеокамеры нацелены на крайне левую полосу, по которой, ну, происходит обгон, опережение, ну, по которой летят со скоростью выше допустимой. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Ну, это ограничение 90, можно двигаться со скоростью 100-105 км в час. Но это уже не самый экономичный скоростной режим. Ну вот послушают ребята когда-нибудь, может быть, узнают себя. Интересная панорама, перспектива, открытое место. Просматривается очень далеко вперед и по бокам. Панорама потрясающая.
Ну вот как будто вот впервые смотрю свое видео, первый раз. И вот ощущения, эмоции. И потом нужно иметь в виду, что это не полная картинка. Хоть угол обзора гораздо больше, чем у других видеорегистраторов, но реальная картинка это 190, 200 градусов, то есть в левое и в правое окно. Ну слушайте эту болтовню. Кто захочет послушать полный диалог, ну, приглашаю на второй аккаунт. Мясо лучше в магазине покупать. Почему? Там костей больше. Это диалог Шарикова, Шарика с котом Матроскиным из мультика. Меня все интересует, как получилась съемка на перевале Уральские горы, Челябинская область. Я там вертел камеру и влево, и вправо. Это я комментирую природу. Чувствуется приближение осени, ранняя осень. Вот ограничение 90, а летят 130-140. Thank you.
Стараюсь держаться немного подалее от впереди идущего, чтобы снять картинку. Но тем самым провоцирую тех, кто за мной едет на обгон.
Ну вот, он любезно уступил мне полосу, но я слишком медленно ехал, чтобы обогнать его. Вот он левым, у него левый стоп-сигнал или что это? Ну, на участке достаточно много места для обгона тихоходов. Но я обгоняю исключительно для того, чтобы снимать панораму. На трассе достаточно много информации, да. И реклама на 15-м канале. То есть трасса не очень скучная, гораздо скучнее это в Новосибирской области, в Омской области. Менее. Ну, неплохие дороги в Чувашии, неплохие. И разметка, и, ну, инфраструктура, конечно, она требует лучшего, желает лучшего. Все-таки временами видно немножко засветку другим цветом. Наверное, неправильно выставил экспозицию на видеорегистраторе. Ну, там у меня стоит в автоматическом режиме. Впереди мобильный пост ТПС. Ограничение 90. Ну, движение равномерное, тихое, спокойное, уравновешенное на отдельных участках. Напомню, что вот этот аккаунт, первый аккаунт видеодорог России, предназначен в основном для тех, кто собирается в поездку, для автотуристов, автопутешественников. Для того, чтобы посмотреть на трассу. И как-то просчитать свой маршрут.
А вот на втором аккаунте это уже для любителей, кто любит посмотреть на природу, полюбоваться красотами России. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Вообще отношение к перегонщикам вот, высказали дальнобойщики. В заторе, когда стояли за Нижним Новгородом. Но всех под одну гребенку грести я бы не стал. Я, например, стараюсь быть максимально бережливо относиться к автомобилю, потому что на нем еще будут ездить и ездить. Не хотелось бы вот как-то повредить этому. Собственный автомобиль, но это уже дело хозяина, но чужой автомобиль. У меня лично вот такое вот отношение. Не лишь бы перегнать, а проехать, максимально бережно относясь к автомобилю. Вот для этого, по всей вероятности, одна из функций полного видео. Впереди город. Ограничение 60. Это видеоотчет. Любой владелец может взять, посмотреть видео на манеру движения, на манеру езды, соблюдение скоростного режима и так далее. Впереди камера. Ограничение 90. Впереди камера. Ограничение 50. Thank you.
остановился на привал. В Тюменской области, но это в следующих сериях будет на третий день под Ишимом. И состоялся интересный разговор с одним из дальнобойщиков. Но я об этом расскажу, наверное, когда после привала когда на утро двинулся в путь, я об этом расскажу. Скажу заранее только, что пока я вот перебрасывал видео на внешний жесткий диск, на это часов 5, наверное, у меня ушло, я сидел, перебрасывал не в автомобиле, а в кафе. Вот. И дальнобойщик остановился на ночевку. И вот примерно за 2 часа из того периода, пока я занимался перемещением видео, он выпил 0,5 литра водки. Пол-литра водки. И это было по времени где-то часов, наверное, в 11 вечера или в 12. А утром ему в рейс. Вот это... Ну, видеорегистратор был у меня занят, поэтому я съемку не сделал. Как предупреждение для тех, кто едет на маленьких машинках, что не все дальнобойщики, конечно, не все, подавляющее большинство, они не употребляют спиртное в рейсе, но в семье, как говорится, не без урода. Ну и в Чувашии тоже идет ремонт дороги, тоже местами ремонтируют, меняют полотно, сверху кладут новое. Ну, посмотрим, насколько... Впереди город, ограничение 60. Насколько времени хватит, но полотна пока не появится, пока не появится колейность. Вот просматривая видео, не могу вспомнить реальную обстановку. Смотрю, как в первый раз, как будто на трассе нахожусь. Нужно будет еще показать более свежее видео о южном варианте. Но это уже... Впереди город. Ограничение 60. Впереди камера. Контроль проезда на красный свет. Ограничение 60. Вот, кстати, затруднение, которое возникло в Чувашии, из-за пустяка. На перекрестке стоит регулировщик. Стоит боком. Не лицом, не спиной, боком. И вот дальнобойщики подъезжают и ждут, когда он палкой махнет им двигаться. А он и не спешит это делать.
Ведь по правилам дорожного движения, если регулировщик стоит боком, то движение прямо разрешено. И вот почему ты не спишь? Я проснулся уже. Почему ты не спишь, Аня? Мама и папа еще спит, а ты почему не спишь? Я вот картинки смотрю, видео смотрю я. Видео? Видео, да. А ты проснулся уже? Да. Ну давай, принеси тебе штанишки, одену или сам оденешь. А то попку потеряешь. А? И... Да, я сейчас потеряю. Кто-то купил денежки. Это мои денежки. Это твои денежки. Ты его заработал денежки и машинку купил. И куплю тебе машинку, заработаю денежки и куплю тебе машинку большую. И еще фуру куплю тебе. Да. Ты что, описался, что ли? Так, вот такой писюк, как много пьет воды, и описался кроватку. Описался в кроватку, там много водички пил, да? Да. Там такие машинки, смотри, там едут. Почему нет машины, не едет? Она остановилась, она поломалась. Ее нужно починять. Колесико поломалось. Ты... Ну-ка, зазывайте ее. Ты возьмешь отвертку, поедешь и починишь машинку, да? Да. Правильно. Все машины... Старый город. Ой, машину оставили. Маленькую машину оставили. Маленькую. Оставили? Я ж тебе вчера подарил маленькую машинку. Киндер сюрприз. Ну да, а там внутри была машинка. Да. Мама открыла киндер сюрприз. Сейчас, подожди, дедушка скажет, потом будешь говорить. Так вот, затор возник из-за того, что дальнобойщики стояли и ждали, когда гаишник... Когда гаишник махнет палкой, а он стоял и не думал палкой махать, знай правила дорожного движения. Кто знает правила? Вот из-за этой чепухи, вот создалось огромное затруднение вот для встречной полосы. Опять на тротуаре машинки стоят. Почему все машины остановились? Где они не едут? Вот дядя стоит, видишь, милиционер, он пропускает. Когда горит светофор и когда стоит регулировщик, нужно слушаться регулировщика. Почему она не едет? Поломалась. Поломалась, наверное? Да. Наверное, она Я хочу, чтобы я проехал. Я хочу завтра на другой день пошел в соседний город. Я пью.
Так, новых сообщений пока не вижу. Дорога пасмурная, погода пасмурная весь день. Сейчас приду я. Ну ты уже это видел. И купил себе мне Удитова, я хочу бублик. Бублик? Сейчас я тебе дам бублик. Дай. А ну-ка такой. Вот. Стоим, ждем в своей очереди. Это у меня барахлит. Не барахлит. Ну да, разъем радар-детектора. Это радар-детектор. Отключился.
Вот, насколько хватает обзор, пробка растянулась на несколько километров, что во Владимирской области, что в Чувашии. Очень нехилые пробки. Что в ту, что в обратную сторону. Что там повернул? Татьяна, Казань. Вот повернул камеру, чтобы показать, как далеко растянулась пробка. Thank you.
Ну вот, потеряли немного времени в конце серии на стоянии. На стоянии в пробке оживились дальнобойщики. Весело стоим. Ну вот, отстояли свое наказание пробки. Видим, какая скопилась вереница автомобилей в обратную сторону. Ругаются ребята. Вот она, работа дальнобойщиков. Вот эти вот фуры, большие грузы. Ну а я заеду на заправку. Что-то купил покушать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Ну вот и заканчивается шестая серия. Напомню, это второй день движения. Ну все, до следующей серии. Папа, это же громко.